Ну кому это может быть интересно, блядь? Кому это может быть интересно, объясните мне? Незаконно вывозим велосипед из общаги. Максон, подержи дверь. Оп-оп-оп, все, мне кажется, нас не заметили. Открой дверь. О, незаконно вынесли. Вынесли велик, но нам сделали, короче, уже ровнее. По идее, в конце катки мы поставим велики уже в специальное помещение. Что-то я не с того начал. Кстати, блин, здорово, бандиты. Новый день, новая катка. Садимся поудобнее и погнали смотреть видосик. Сегодня с нами Максимка, как всегда. Подписывайся на его инстаграм. Все помнят, что он знает лично. Да, вот здесь вот. Все помнят, что он лично знает Ирину Брабус. Чтобы она мой выпуск посмотрела. По-любому должна посмотреть. В общем, сегодня поедем на один очень... сразу же страйк кинет. Страйк кинет. Не, она нормально. Это самое. Едем, короче, на один прикольный стрит-спот. Там волрайд на фонтане. Это, наверное, один из самых знаменитых познанских стрит-спотов. И потом поедем покатаемся в бетонную стрит-плазу, обзор которой вы уже видели. А если не видели, то в правом верхнем углу экрана ссылочка, как всегда. И все, и будем сегодня кататься там. Так что, ребятки, давайте садитесь поудобнее и погнали смотреть видосик уже. Опять ударился? Что, ребят, Dirt Rider. Still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping out. Все, наверное, помнят, да, что в Европе можно ездить с великами в трамваях. Здесь специальное место для велосипедов. И нам даже инвалиды уступают место, чтобы мы велики сюда поставили. Кстати, если не стрели видос про велоинфраструктуру, то опять же в правом верхнем углу экрана ссылочка, нажимайте, смотрите. Ну что, ребят, краткий спот-чек одного из самых знаменитых спотов Познани. Та-да-да-дам! Короче, типа волрайд, плоскач, там наверх. И вот такой вот тут вот градус. Если вы знаете Мартина Шершня и видели, следите за его инстаграмом, то у него был... Макс, а у Мартина был видос отсюда? В инсте? Да. То у него должен быть видос отсюда, где он сделал волрайд на Hang 5, на V-Plash вроде бы, и потом оттуда барспин вниз. Ну ладно, сейчас будем пробовать что-нибудь здесь сделать. А вон, я думаю, Максим сейчас разгонится и заедет. Ну и как? Да? Красавчик. Первый волрайд, это такой первый секс. Блин, опять он. Опа, вот это он. Вот это он. Шот. О, но это был бартер. Это был бартер, мужик. Ну почти. Вау, и купаться пошел. Ну ты был близок. Ты был близок поплавать, я имею в виду. Но ты сделал, молодец, нормально. Да, вообще четко смотрит. О! О! Красавчик вообще. Я прям с ракой на него пизданулся. Нет, целый. Нет, целый. Ну да, ты можешь. Но это ж не iPhone. Телефон с ключами, чувак, нет. Как бы ты падаешь и сразу в жопу.
Чуть-чуть не хватает. Тебе надо чуть-чуть докрутиться. Оно так летит. Вот. Но. Давай. Я знаю. Ооо! Он все-таки это сделал. Ребята, это было очень сложно. Красавчик. Реально, Макс, красавчик. Вообще аж плотный весь, пацан вспотел аж. Мне надо колеса было накачать. Как тебе ощущение этого сделанного трюка? Нормально, прикольно. Реально классно, да? Валю, действительно, как-то непривычно. Блин, ну все, сейчас погоним, короче, в бетонку еще кататься, а то мы тут уже засиделись на этом споте, но потом еще обязательно вернемся и сделаем еще каких-нибудь трючков. Да? Ну что? Конечно, вообще бетонка. Все, я готов. Ой, бедронка, это жабка, жабка. Все, идем в жабку. Деньги, Барза. Не газована. Во, вот эту возьму. Литр. Вот прямо в эту штуку. Сейчас нормально покатаемся. Сейчас все будет в порядке. Сейчас всех самокатеров 5 разгоним. Опять собьем кого-нибудь. И все будет нормально. Но их тут рили много. Ой, Антон, тебе надо было такой велик. Вот. Такой велик? Ну. Не, спасибо. Не, ну он такой олдскульный прям. Какой-то вообще. Ладно, пойдем. Пойдем сбивать самокатеров, расчищать там дорогу для катки. Бёрд Райдер, целый Бёрд, он спас. Ты заснял? Ну, конечно. Сука. В Склифосовском. Говорю, он на убой. Показывай. Ой, подожди. О, поцарапал. Ну, короче, вот такие вот дела. Подожди, покажи. Субскрибуйте канал. Антон Ашурик. Антон Аршур. Твой, вот подписчик. Его целевая аудитория. Целевая просто. Давай. Не, я не буду этот трюк делать. Ну его нахрен. Давай мой шлем. Мой бирд шлем. Бирд райдер. Бирд шлем. Всегда одевайте защиту, ребятки. Антон Аршур пытается показывать свой трюк. Ну ты чистил, типа, когда типа, блядь, вот так и вот так вот. Вау, ну нифига себе. Классно. Это здоровый кабан, я не могу его завалить. Вот он, смотри, какой веселый. Еще один прием. Давай. Тут он же приемы показывает. Не, пацаны, не. Это шок после. Мы уже просто меняем тематику, короче, Антону Ашурику, и у него уже канал не про BMX, а про удушение, профессиональное. Ну, вот так вот, возьми меня, типа, души вот так вот. Скажи, в депо. А нет, так ты, блядь, так неинтересно. Так я так там руку просто. Так ты меня просто задушишь, а этому нас еще не учили. Ты соперника тоже себе будешь так выбирать по массе? Нет, ты мне не подходишь, ты слишком жирный. Главное, чтобы был шлем надетый. Бёрд Райдер. Член всему голова. Да, если, кстати, упадешь, она будет мягкая. Все, теперь души меня, готов. Не, нормально. Вот такая вот минутная пауза была. Короче. Когда вот так вот себе захватываю, да, и в руку туда просовываюсь. Ну это в перчатке получалось. Ну, типа, вот. А ты давай индюка включай такого. Ага. И вот так вот, ну руку просовываешь дальше, и у тебя просто самого это развалится. Я знаю только, что вот с этой хуйни, когда такой захват, ты просто за руки так выдергаешь, и так внутрь голову. И ты как бы плачем. Так серьезно, не снимай меня. Блин, плавненько Максиму в рот перешла камера. Просто, блядь, запхано все в вами, блин. Давай, Макс.
как вы думаете, сделает он вот сюда вот half-cup или нет? Но мне кажется, вот это вот его немножко останавливает. Ну, он же Bird Rider, как бы тут название его шлема говорит само за себя. Ну, а я в роли оператора сегодняшнего видео снимаю, короче, вот такой вот крутой контент. Оба-на! И пацан сделал. Прям вот так вот, налегке. Еще чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило. Ну? Сука. Да, а лишь мне страшно так прыгать. Ну? Все, ты начинаешь ехать и сразу падаешь, короче. Да. Не, все, отбой на сегодня. Ну прикольно, да, надо будет сделать по-любому. Мне кажется, стильно смотрится. Можно канканчик туда еще ставить. Ну там еще с барспином каким-нибудь. Нет, колкап, канкан. Или випа туда вот так вот. Колкапа просто хватит. Колкапа, раму вот так закрутить, короче, и все. Отдай еще камеру. Первое видео с Кейвманом. Сейчас, подожди. Подожди, там едет сейчас. Секу, жди. Так, Кейвман, кадр первый, дубль первый. Нормально. Ну, давай. Ну, так. Готов? Давай. И на граны. И заява. Опа, цикнушку и... Едет пухаш свята, цикнушку поставил, клеп-клеп по дупе. И что будет, и випа, и прошу. Нет.